Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 лучших настольных посудомоечных машин, рейтинг по отзывам покупателей. Вообще настольные посудомоечные машины в последнее время все больше набирают популярность, потому что они подешевле, да, обычных, и место им найти на кухне куда проще. То есть даже если нету вообще места, то ее можно поставить куда-нибудь на стол, на ту же столешницу в кухне, и при этом кухню вообще не надо переделывать. То есть машинка подбирается под интерьер уже готовой кухни, и ее можно очень быстро подключить и практически сразу использовать. Ссылки на все посудомоечные машины, присутствующие в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному ролику. А мы начинаем, и возглавляет наш рейтинг посудомоечная машина Electrolux ESF2420OH. Она здесь идет в красном корпусе, но пусть вас это не смущает, варианты есть разные, есть белый корпус, есть серебристый корпус, ну черный даже есть корпус, то есть подбирайте, какой вам нужно. 55 сантиметров ширина у нее, 6 комплектов посуды она вмещает, то есть, ну понятно, это компактный вариант, поэтому здесь не стоит от нее ждать там огромной вместимости, 6 комплектов это нормально. 6 программ мойки, тип сушки конденсационная, таймер отсрочки запуска есть, частичная защита от протечек, ну и в общем-то по количеству функций эта машинка, ну, явно не лидер, зато она сделана из качественных материалов, она долговечная, работоспособная и хорошо моет посуду. Также нужно отметить то, что у этой машинки, в принципе, очень такой серьезный запас прочности. То есть отмечают и пользователи, и мастера, что эти машинки, ну, прям работают очень долго, даже при интенсивной нагрузке. 42 490 рублей стоит она, ну и в разных магазинах цены могут быть разными. То есть в некоторых вот цена доходит почти до 50 тысяч. Конечно, сердце кровью обливается отдавать за такую технику такие большие деньги, но что поделаешь, цены на импортную технику, особенно из Европы, существенно выросли. Следующий вариант – это компактная настольная посудомоечная машина Weisgauf TDW5065D. Эта техника также может быть в разных дизайнах, но вот базовый дизайн такой вот, как вы видите на экране сейчас. Есть у нее дисплей, удобное управление и цена более чем радует, 28 791 рубль. Если учесть, что по функциональности она практически ничем не отличается от Electrolux, но может быть качество материалов чуть-чуть похуже, да, а разница в цене существенная, поэтому многие все-таки предпочитают приобретать именно технику Weisgauf, просто ну, из-за цены банально, да, то есть лишних денег сейчас нету ни у кого. Внутренняя конфигурация очень достойная, то есть она вмещает приличное количество посуды, вы можете видеть, да. Есть у нее удобные кнопочки, да, на панели управления, то есть каждая здесь функция, она подсвечивается, то есть вы видите, что включено, что отключено. То есть очень хороший аппарат, достойный, который занимает второе место в нашем рейтинге. Следующий вариант – это настольная посудомоечная машина Mountfield MLP06S. Тоже интересный вариант, но она, конечно, чуть-чуть попроще в плане панели, да, передней, но внутренняя конфигурация также достойна у нее. То есть есть и корзина для ложек и вилок, и сама по себе корзина основная, да, для посуды, она позволяет и тарелочки сложить, и можно, допустим, держатель для тарелок убрать вниз и, соответственно, туда положить тот же противень, например. Ну, удобная вещь, что не говори. Конечно, крупную посуду мыть в ней сложно, но это сложности, которые касаются всех настольных посудомоечных машин. 39 990 рублей она стоит. Ну и, в принципе, полностью себя оправдывает, потому что качество материалов высокое, техника работоспособная, она не намного хуже, чем Electrolux, я бы сказал, она совсем не хуже. То есть также ремонтопригодная, ну и долго будет радовать хозяйку нормальной работой. Характеристики у нее
обычные, то есть ничего тут такого сверхъестественного нет, обычный набор программ, ну и вот частичная защита от протечек, так же как и у возглавившего рейтинг Электролюкса. Четвертый вариант, четвертое место, это настольная посудомойка Hanza ZWM536SH. Серебристый корпус в основном сейчас остался на складах, то есть, ну, можно еще поискать в белом корпусе, 35 390 она стоит, очень простая в управлении и простая в эксплуатации. Ну и, положа руку на сердце, можно сказать, что ничего в ней особенного по функциям-то и нету. То есть, эта машинка предельная такая... упрощенная, подходит для пенсионеров, там для людей, которые не особо с техникой ладят. Есть индикатор наличия соли, есть индикатор наличия ополаскивателя, то есть если так вот посмотреть, то все необходимое это в ней есть, несмотря на то, что она простая. Ну и покупатели, они отзываются очень хорошо. Ну и завершает наш рейтинг, да, это компактная посудомоечная машина Kandi CDCP8/E07. Почему мы называем там посудомойки эти то компактными, то настольными? Ну, в данном случае это одно и то же. То есть это по размерам машинки, которые устанавливаются куда-то на столешницу, на холодильник их ставят, еще куда-то, вот, что именно она не занимает много места, ее при необходимости можно переносить, если коммуникации позволяют. У этой конкретно машинки вместимость 8 комплектов посуды, что отличает ее от предыдущих. Очень хорошие отзывы, многие покупают эту машинку, ну и многие довольны. 37 140 рублей она стоит. У нее есть третий уровень загрузки, так называемый выдвигаемый лоточек, да, для ложек-вилок. Ну и выглядит она неплохо. То есть, ну и по материалам, на удивление, да, несмотря на то, что это Kandi, это хороший вполне вариант. То есть она вполне себе составляет конкуренцию другим производителям, что и позволило нам включить ее в рейтинг. Ссылки на все посудомоечные машины, которые мы упомянули в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик и удачи вам!